Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Сегодня я, Шарпила Екатерина, ординатор первого года обучения Кубанского государственного медицинского университета, представлю вам работу на тему исследования разнополярной фракции плодов Зизифуса настоящего. Зизифус настоящий – субтропическая плодовая культура семейства крушиновые, достаточно широко распространенная в странах Южной и Восточной Азии, Японии и Австралии, культивируется на Северном Кавказе и в Центральной Азии. Анализ данных научной литературы и опыта народной медицины показал, что накоплено достаточно много сведений о лечебных свойствах практически всех частей данного растения. Прежде всего обращает на себя внимание разнообразный ландшафт фармакологической активности плодов зизифуса. Отвар из сушеных плодов используется как противокашлевое и противовоспалительное средство при лечении респираторных заболеваний. Противовоспалительные свойства и мочегонное действие плодов зизифуса находят применение в терапии болезней мочеполовой системы. Плоды зизифуса влияют на процессы желчевыведения, активизируют выведение холестерина. Употребление плодов зизифуса у кормящих матерей усиливает лактацию, улучшает качество грудного молока. Еще одним важным свойством этих экзотических плодов является способность нормализовать артериальное давление, очищать и укреплять стенки кровеносных сосудов. Химический состав плодов – сахара, жирные масла, органические кислоты, дубильные вещества, никотиновая фолиевая кислота, катехин, каротин, рибофлавин, тиамин, токоферол, пектин, минеральные вещества и микроэлементы, кальций, калий, магний, фосфор, железо, витамин В, аскорбиновая кислота. Плоды зизифуса обладают широким спектром лечебного действия. Химический состав плодов зизифуса на сегодняшний день достаточно хорошо изучен. Однако до настоящего времени не совсем понятно, какие именно биологически активные компоненты данного растительного сырья являются преобладающими в отношении его наиболее значимых фармакологических свойств. С целью установления действующих веществ плодов зизифуса был выбран подход, предложенный на кафедре фармации Кубанского государственного медицинского университета. Экстрагирование растительного сырья растворителями с различной полярностью, получение исследования компонентного состава выделенных фракций, изучение фармакологической активности фракций, корреляционный анализ уровня содержания биологически активных веществ с результатами фармакологических исследований. Цель исследования фракционирования биологически активных веществ плодов зизифуса экстрагентами различной полярности и изучение их компонентного состава. Объектами исследования являются высушенные плоды зизифуса, собранные в окрестностях города Краснодара в сентябре 2020 года. В качестве экстрагентов для получения извлечений из плодов зизифуса использовали воду очищенную, а также спиртоводные смеси с концентрацией 40, 70 и 96%, обладающие различной полярностью и, соответственно, отличающиеся экстрагирующей способностью в отношении различных биологически активных веществ. Методы исследования, фракционирование биологически активных веществ и определение содержания экстрактивных веществ проводили методом однократной экстракции в соответствии с государственной фармакопеей 14-го издания. Изучение компонентного состава биологически активных веществ, входящих в состав выделенных фракций, осуществляли с применением метода капиллярного электрофореза. Капиллярный электрофорез осуществляли на приборе капель 105М. Электрофоретическое исследование проводили при температуре капилляра 20-30 градусов Цельсия и напряжении на капилляре 16 кВт. Детектирование результатов проводили спектрофотометрически при длине волны 254 нанометра. Идентификацию разделений соединений проводили путем сопоставления времени удерживания пиков, полученных на электрофореграмме, со временем удерживания соответствующих стандартных образцов. Результаты исследования. Результаты фракционирования биологически активных веществ плодов зизифуса с применением экстрагентов с различной полярностью представлены в данной таблице. На данных видно, что уменьшение гидрофильности экстрагента приводило к заметному снижению выхода биологически активных веществ из плодов зизифуса. Таким образом, при обладающей в количественном отношении фракции плодов зизифуса оказалась наиболее гидрофильная, извлекаемая водой очищенной. На следующем этапе исследований проводили электрофоретический анализ компонентного состава фракции биологически активных веществ плодов зизифуса настоящего, извлекаемых водой очищенной. Результаты электрофоретического исследования свидетельствуют о том, что в составе фракции биологически активных веществ плодов зизифуса, извлекаемых водой очищенной, обнаружены разнообразные соединения фенольной природы.
Установлено присутствие фенолкарбоновых кислот, гензитиновой, салициловой, хлорогеновой, паракумаровой, кофеина и 3-4 гидробензойной кислоты. Обнаружены флавоноиды, кверцетин и гиперозид. Выводы. Проведено исследование биологически активных веществ разнополярной фракции протеозизифуса настоящего. Установлено, что преобладающее количество биологически активных веществ плодов зизифуса имеет гидрофильный характер, извлекаются водой очищенной и в значительной степени представлены веществами фенольной природы. Полученные результаты позволяют далее перейти к изучению фармакологического действия выделенных фракций. Благодарю всех за внимание.